Привет! Вы на канале Влади Гном? И Влад сегодня распаковывает один из своих рождественских подарков, вот такую вот машину. Это у нас какая-то пожарная машина, конструктор. Тачки, пожарная машина. Да. Сейчас мы посмотрим. Вау, тут столько много деталек. Да, Влад будет с бабушкой у нас распаковывать. Влад очень любит конструкторы, но сейчас мы посмотрим, какой это конструктор. Мы таких еще не брали. Да. Это колеса от машины. Да, это лестница. Это кузов. Детальки большие, так что там написано 3+, на нашему Владику 2. Но думаю, мы сможем собрать. Да, Влад? Влад просто сам очень любит собирать все. Там еще такие кустики с цветочками. Очень замечательно. Огонь горит. О, Влад что-то пытается строить. Да, молодец. Но думаю, как-то правильно. Просто инструкции видит только бабушка, мне не видно. И Владик с бабушкой строит. Вау! Огонь, да, Влад? Цветочек, да, правильно. Сейчас будет пожарная машина построенная. Как бы очень хорошие крупные детальки. Кто собрался покупать конструктор для малышей, в принципе, очень даже подходит. Это аналог Лего Дупла. Посмотрим, как он будет. Влад, тебе нравится конструктор? Да. Да, видите, Владу нравится. Замечательная машина, да? Да, вот так вот пожарные машины говорят. Виу, 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 виу. Там какой-то пожарный еще кран есть. Какой-то шланг пожарный, чтобы тушить наш огонь. Да, лестница. Лестницу тоже на машину, наверное, надо ставить. Цветочек, огонь. Влад, а что там беленькое такое? Сейчас нам бабушка ближе покажет, что это. А это какая-то вывеска. Машина какая-то старая нарисованная. Все правильно. Влад все правильно строит. Такой вот замечательный игровой наборчик. Сейчас бабушка еще разберется, что куда поставить. Да, огонь горит. Влад, а где огонь? Правильно, это огонь. Да, цветочек Влад разбирает уже. Очень интересная такая серия. Бабушка, другой стороной она вон крепежи. Да, вот так вот. Да, там нужно просто первый раз разобраться, что и куда ставится. А так все просто. Цветочки бабушка на поляну сажает. Вау! Какая поляна теперь с цветочками у нас получилась. Баба, ба. Да, Влад, как тебе машина? Покажи нам машину ближе. А колеса крутятся? Да, колеса крутятся. Ну, вообще замечательно. Такая вот лестница. Да. Да. Ой, машина уехала. Вверху огонь. Влад, тебе нравится такой конструктор? Да. О, машина упала и рассыпалась. Ну, это не страшно. Да, Влад? Машина нравится Владу, ему нравится конструктор. Да. Такой вот замечательный еще у Влада подарок рождественский.
Хорошая машина, да, Влад? Да, о, как машина едет. Влад, Владик, Влад, говори всем пока-пока. Влад. Влад, говори пока-пока. Все, пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте пальчики вверх.